вы на канале Элинка ТВ. И сегодня, ребята, мы поехали в город, чтобы посмотреть, какие тут красивые елки. Мы начнем с самой главной елки Беларуси, а вообще хотим посмотреть, какие елки у нас установили в городе, и какая же из тех елочек, которые мы посмотрим сегодня, будет самая красивая. Мы хотим спросить у Деда Мороза, он настоящий или это костюм? Зачем спрашивать? У нас твой Дед Мороз есть. Посмотри, вот он. Наш папа, видите, подготовился. Все, погнали! Погнали. Я хочу вообще тут на площади очень много Дедов Морозов. И Алиса решила найти среди них самого настоящего. А вот и главная елочка страны Минска и, наверное, Беларуси. Посмотрите, какие тут интересные шарики стоят. И в него даже можно войти, сфотографироваться. Сейчас мы зайдем туда, посмотрим, как там внутри. Какая красота! Деду Морозу сказать, чтобы он нас не заморозил вот так вот. Дорогой Дедушка Мороз, а ты настоящий? Да. Я предлагала за бороду дергать, но Алиса сказала, а вдруг настоящий попадется. И тогда заморозит ее. Какой подарок заказала Деду Морозу? Пони, которая танцует и поет. А, ну это постараемся выполнить. Тебя как зовут? Элина. У меня Дед Мороз. А ты что заказала? Мы с первого раза нашли настоящего Деда Мороза. Настоящий! Ура, Алиса! Сразу, с первой попытки, настоящий Дед Мороз! И мама тут у нас, и дочка снимает. Посмотрите, мы совсем уже близко возле елки. Очень большая. Конечно. Танцы пошли. Одну елку посмотрели, идем дальше искать елки. Смотрите, тут как красиво украшена улица. Все деревья в гирляндах. Вот так. И вон там шарики, и елочка осталась позади. А мы идем сейчас в верхний город. Мы нашли еще одну елочку. Посмотрите, какая она необычная. Не знаю, передает ли камера. На самом деле она такая прям вся воздушная, такая вся волшебная. Правда? Да, а звезду покажи. Яркая, сверкающая. Так и звезды как таковой нету. Шарик вместо звезды. Такого я еще не видела, смотрите. Она сделана из вот таких вот шаров. Какая красота. А вот, ребята, еще одна такая елочка необычная. Посмотрите, в прошлом году в рейтинге европейских елок заняла какое-то место. В общем, попала в топ елок Европы. А вообще в городе очень красиво, все украшено, все светится. Людей много, все гуляют. Правда, погода сегодня не очень. Ветер холодный. Я пошла позировать. Но близко с елочкой невозможно сфотографироваться, потому что это уже очень большая, посмотрите, какая высокая. Вот такие елки мы сегодня нашли. И всем, кому понравилось это видео, поставь лайк, подпишись на Элинка ТВ. И всем пока! Пока-пока, друзья! И голосуйте, какая из елочек вам понравилась больше. Посмотрите, в верхнем углу будет значок восклицательного знака. Мне обязательно прилетело.